Так, кратко. Сегодня домой поедем на велике, приехали с утра на велике. Двойка у нас повернута другой стороной, и другая сторона будет также перекрашиваться, как и та сторона. Но это ладно. Нам приехал новый автомобиль. Еще один клиент, который отдыхает на океане море, а мы в это время делаем его машину. Мне, в принципе, дали 2 недели. Погода плохая, сухо, но как-то тучно. Но это хорошо. Вот он. Mercedes Sprinter. Я его уже делал. Года 2, наверное, назад. Или 3. Он белый. Ну, как стандартно повырезал все. По петлям. Вот тут под этой вот этой херни вылезла. Хотя он даже у новых спринтеров классиков лезет все. В этих же местах. Также ручки стандарт. Но здесь тогда еще был уговорен, что здесь вот видно, да, здесь просто металла нет. Вот. То есть те места, которые у нас в зоне контакта. Здесь стандартно, там вот резинку натирает, стандарт. То есть из таких косяков, прямо что вылезло, ничего нет. Ну вот здесь вот, ну здесь как бы арка, у нас опять же вылеплена. Вот. Здесь стандартное место касания лючка с дверью. Вот видите, да, больше нигде не зажалело. Вот. Здесь вот у нас дыра была зашпаклевана, вот так она, кстати, вылезла. Ну, вот она до сих пор продолжает вылезать. Это дыра, это отсутствие металла. Здесь фара, видно, натирает угол крыла. Капот сгнил нахер. Но надо отдать должное. Знаешь, сколько он продержался? Вот она. Не знаю, видно, не видно. Вот мой материал. Я его шпаклевал, красил. Он вообще был кривой, кривой, кривой. Просто труп, его надо было выкинуть. Но мы его продлили жизнь на 2-3 года примерно. Китайские реснички. Смотри. Я их зачистил до металла, загрунтовал, покрасил, как и вот это крыло. Крыло так сильно не заржавело, а ресничка китайская просто в труху. По этой стороне тут наваривали пороги, такие делали из труб. Здесь конкретно виден след удара. Он же, скорее всего, из-за этого заржавело. Не знаю. Меня вообще это не парит. Вот здесь вот. Здесь вот опять же место, где эта рельса шевелится, натирает металл. Здесь дыра была изначально. Здесь кто-то что-то, блин, уже то ли оно лопнуло, то ли не пойму. Короче, здесь вот так вот отсутствие металла, вот такое было примерно. Только по всей здесь кромке. И поэтому дверь окончательно это умерла. Вот она вот так себя ведет. Вот она так, видишь? Тин-тин-тин. Ну, в остальном, в принципе, нормально. То есть идет коррозия только где натирание. Вот, здесь она отсеклась, потому что она торчит. Хорошо видно, да? Поэтому она заржавела. Ну, в остальном, в принципе, более-менее везде. Вот китайские реснички, как бы вот они прям вот видно, да? К бабке не ходи. Все это прям четко отражается. Ну, здесь. Хотя здесь неплохо довольно-таки. Здесь вот так было отгнившее, ничего не вылезло. Вот. В общем, это нам предстоит мелкие вот эти вот рыжики убрать. Кому интересно, машина пойдет на продажу. Это 2001 год, Mercedes Sprinter, дизель. Дизель сейчас капиталился, по-моему, там даже вплоть до того, что капиталился. Так, год, 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 не вижу год. Где ручка? Вот без ручки неудобно залазить, да? Постоянно какие-то еще тут вещи делает хозяин. Ну, правда, уже что-то как-то потерялась штучка одна, потерялась штучка другая. Ну, в остальном все. Ой, тросик какой-то, что ли? Заслонка. В общем, в остальном все неплохо. Пробег у него почти. Полмиллиона. Если это с учетом того, что это не крученный, не верченный пробег. Вот. Пробуем запускать. О, смотри, как все загорелось. Вот, ну-ка еще раз. Так. Все, заурчало приятно. Говорит антипробуксовка, АБС, подушка безопасности. Долить маслице, да, по-моему, надо. Причем так реально долить. Ну, может быть, это не долить, это может быть датчик барахлит. Ну, неважно. Короче, загоняем тачку. Загоняем. Мерседес. Реснички, смотри, я их даже, блин, изнутри тогда
Вот они все, абсолютно все. Ну как вот это вот можно красить? Что вот с этим? Это зачистить можно или как? Как вы считаете? Или это просто надо взять и выкинуть? Ладно. Мерс. Так. Погнали. Дыра. Дыры, дыры. Дыра. Дыра. Ну, здесь ржавчина, здесь дыры не будет, здесь ржавчина. Здесь вообще решето. Вот где не коснись. Это пиздец. Дыры. 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 Здесь нет. Вот они дыры. Вот так вот выглядят дыры. Вот они пузырятся. Вот. В общем, вот такая вот ситуация. Здесь вообще отсутствует кусок. Здесь я шлифанул. Сейчас я еще здесь шлифану. Все. И будем там по той стороне делать. Так, ну все, я прошпаклинул. Там. Даже чуть-чуть здесь. Вы когда-нибудь такую, это самое, видели машину когда-нибудь такую? Девятку. Блин, страшное дело. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот моя шпаклевочка отвалилась. Саморазрушает какая-то, блин, текстура резиновая. Хрень какая-то. Ай-яй-яй. Нет, здесь все крепко. Где он еще? Здесь он уже слаб. Здесь он еще крепенький. Так, это не капоты. Так, ты что, всякая херня сыпется. Вот так, если сделать. Все, блин, на полу. В общем, везде все в дырках. Будет у нас выглядеть. Так вот страшно, конечно, да? Так вот все разорвало. Прям с кусками металла. Что-то вырывалось наружу. Красить будем вот под это ребро. Крыло будем подниматься выше краской. Порог тоже растащил весь. И здесь зашпаклевал, сковырял, зашпаклевал, вытащил. Готовимся к грунтованию. Вот лючок покрашен. Идем смотреть. Машина высохла. Вот она, такая нарядная. Прошел я вот, вот так вот антигравием все, как и было, в принципе, покрасил. Чуть-чуть здесь засрал алюминий, надо протереть будет. Вот и все. Надо будет завтра крыло покрасить сверху. Потому что тут, может быть, даже дверь придется покрасить. Что-то комарья, блин. Погода такая. Показать вам отвратительное и очень неприятное зрелище. Просьба тем, кто поел, не смотреть. Фу, гадость какая, да? Да поднасрать он может. А он на видеокамеру у него, да. Нет,
Опель стоит, ждет хозяев. Наш Мерседес покрасился по левой стороне. А шайтан не работает. Какие-то люди с автоматами, смотри, ходят. Что это, шампура у тебя? Сейчас мясо жарить будем. Юрик сейчас седьмое. Деньги много зарабатывает. Юрик сейчас седьмое измерение откроет. В масштабах мира пластика. Так, ладно, они меня отвлекли на то, что у них трава загорелась. Ну, в общем, здесь все. Второй части мы будем делать заднюю часть. Опять там Андрей. Не знаю, есть здесь смысл что-то делать, потому что здесь просто отсутствует металл. По этой стороне особо больна эта дверь, я уже показывал. Я ее буду завтра снимать, отвезу на сварку. Вот, и проблемные крылья. Вот здесь вот ветрянка. Здесь что-то еще, там сыпь и прочие заболевания.